Play. Всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Play. Сегодня с вынос мозга под названием Paint the Town Red. Это название написано подо мной, может быть, чуточку, капельку его увидите. Е-кик, Е подобрать виапон. Значит, на Q у нас бить ногой. На этот, хери этот. Окей, холд атак. Ту свинг ю виапон. Чего? Че делать надо? Здорово, чувак. Че, вас бить, нет? Мы сначала музыкантов, короче, отоварим, чтобы немножко движуху начать, потому что обычно на концертах драки начинаются с этого. На-ка! Здорово. А чё ты за мной с гитарой-то пошёл, слышь? Есть! А чё вы вдвоём-то, слышь, не перепутали там ничего? Иди-ка нахер, козлы! На! Это ки-убийца, он острый! На-ка! На-ка! А, ты живой ещё? Нихера ты в броне, что ли? Да чё, колонку нельзя подобрать? Во! Поехали! Дай-ка спой мне, чувак, давай, спой мне! Пой мне веселую песню, падла, а? Страйк! Вот так вот, обычный среднестатистический концерт в баре просто превзошел себя и Эй! Нихера себе ты брутальный парень! Дайте хоть палочку барабанную, я кому-нибудь в глаз ее вставлю или в ноздрю, а потом ноздрю разорву. А чё все на меня? Я вас что, трогал что ли или нет? Я вас не трогал вообще, вы! Чё за херня-то? Слышь, пацаны, чё такое? С кулаков-то повеселее, он прям четкий такой удар, смотри. Па, давай-давай кружку мне! Где ты? Иди сюда. Ах ты, нихера себе, смотри, увернулся. Бэтмен херов, во. Кто там следующий-то, подходи, на. Ух, нихера себе. Закидаю. Шок вейв рейди, что это значит? Эй, слышь. Что за шок вейв? Что это за шоковая терапия? Пацаны, здорово. Быть, там angry, weary, fucking mason birds. Birds, птицы. Очень-очень злые, трахающие мамку птицы. Шок вейв. Воу. Нихера, вон оно что, горшло. Вот они тут сильно, да они, сука, сюда ходят каждый день тренироваться. Я вообще пират зашел с очку попить. Вы че, беспредельщики, я тебе сейчас положу нахер на место. Сука, беспредел полнейший творится. Во, хедшот. Во, тихо. Уйди нахер отсюда. Оу! Я тебе сейчас. У меня блок есть, поняли, нет? Отлупите отсюда, пацанчики. Правильно. Ать, сука! Спутишка! Как крыса просто, смотри, как крыса взял, короче, ушатал пацанов. На! На, сука! На, сука! На, сука! Во! Они все! Все за мной! Давай, пацаны, устроим марш-митинг! Сука, не бей меня, падла! Они появляются и вылезли. Тут, походу, дело официант ходит и заменяет, короче, все то, что я сломал. На-ка, на-ка, на-ка! Хорош! Да ты у тебя вся щи уже в борще! Хорош, я тебе говорю! Реально, смотри, где-то в борще просто искупался и до сих пор живой. А вы чё такие борзые-то, я не понял. Опа, 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 нихера себе! Пропустил троечку хорошую такую. О-о-о, вот отсюда боксируют. Дайте пистолет в конце-то концов. Я гитарой кому-нибудь нахлещу, на-ка. Какая стрёмная гитара. На-ка! Сучки. Опа. Опа, в пачку. Опа, учи скорость. Опа, ловкости не хватает. Опа, сука. Больно, падла. Пойдем еще почешу. Ой, тихо. Э, куда? Дрищи. Ну-ка, на-ка. Ну-ка, на-ка, говорю. Налови. О, опа, тихо. Вот вы, короче, тормоза, я вам отвечаю. На. Во, я понял. Сейчас сделаем красиво. Музыканты никогда себе такого не позволяют, а я такое себе позволю. Пацаны. Опачки, на-ка. Завязывай своим сраным трэшем каким-то, играют говно какое-то никому не нужное. Худи, сучка. Да откуда вы беретесь-то, ядрить твою вас в корень всех? Вы что делаете-то? У вас тут что, матка шуль рожает где какая-то? Бляха, повара с ножами, вы что? Тихо, не надо, уйдите, выпустите. Да я тебе сейчас. Ай! А какого ж хера-то? На, Р! Во, Э! Не пу... Чувак, дай стул. И... Упа-па-па-па-па-па! По головам пошел. Ай, да. Чеклышка твоя бестолковая. Как будто, я знаю, в пустой шарик какой-то кинул. И все, где? На, ты падла такая, сколько вас тут? Я думал, я всех уже перебил, падла. На-ка, не долетел. Ну-ка, спускаемся вниз, черти. Откуда их тут столько? Откуда? Я думал, я всех перевалил. Откуда здесь столько народу взялось?
Такое чувство, что это новые посетители. Они узнали, что здесь драка идет, и пришли, короче, повоевать со мной. На, тварь. Вот это я тебе сделал классный нос, чувак. Ты мне за пластическую операцию 1 000 000 должен. Я ему сделал охерительный стеклянный нос. Это же вообще козырно. Это же просто, я не знаю, его по-любому подумать, что он миллиардер, он ходит со стеклянным носом. Он же будет светиться в темноте. Откуда столько взялось, пацаны? Откуда? Да ты смотри, что делается. Нихера ты где мачете-то взял, упырь? Дайте мне мачете, нихера ж вы. Я сейчас вас всех порежу здесь, на. Так, отлично, у меня бутылка стала красным квадратом. Боксер! Да ладно! Пошел ты нахер, слышь, я не хочу связываться с боксером. Я тебе говорил, с боксером с боксером нехер вообще сражаться. Тут был мой с остальным вынцем в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи в следующей серии, ребятушки, которая будет в другой игре. Все, всем пока.